Достойные условия жизни и стабильную работу должны иметь белорусы. Как создать 50 тысяч новых рабочих мест, обсуждали на совещании у президента страны Александра Лукашенко. По мнению главы государства, заняты должны быть и выпускники вузов, и люди предпенсионного возраста. Все они должны получать зарплату. Помочь в создании новых ставок должно развитие малого и среднего бизнеса. А значит, предприниматели не должны мешать разнообразные бюрократические препоны. Сегодня же особое внимание уделяется тому, что должны быть созданы все условия для того, чтобы развивалось предпринимательство, для того, чтобы развивался частный бизнес и для того, чтобы каждый человек имел возможность реализовать свое желание, если у него оно такое присутствует, по развитию своей предпринимательской деятельности. Кроме того, на совещании обсуждали возможность увеличения пенсии и других социальных пособий.